День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Для 10 абаканских семей эта дата стала праздничной вдвойне. Глава города вручил им награды. 6 семей удостоены медали «За любовь и верность». Это общественная награда всероссийского значения. Ее адресуют супругам, прожившим в браке более четверти века. Медаль олицетворяет два символа праздника. Покровители брака Петра и Февронию Муромских. Они изображены на одной стороне знака. И ромашку на противоположной. Еще 4 семьям вручили муниципальную награду. Это почетный диплом главы Абакана за заслуги в семейном воспитании. Его учредили в 2009-м. К диплому полагается премия в размере 50 тысяч рублей. Награждению по традиции предшествовал конкурс по 4 номинациям. Трудовая династия, замещающая семья, многодетная и молодая. Претендентов на победу в этот раз было 17. Всем, кто не дошел до финала, вручили благодарственные письма и подарки. Семья – слово всего из 5 букв. И эти 5 букв вмещают в себя целую бесконечность. Бесконечность любви, преданности и поддержки. Почаще откладывайте все свои бесконечные и важные дела. И побольше проводите время с семьей. Мы учились вместе в институте, познакомились. Но потом в процессе мы все узнали, что мы все железнодорожники. Аня, ты тоже хочешь быть железнодорожником? Да. Если брать обе семьи, моя Тарасовых и супруги Кулаковых, то у нас общий стаж более 400 лет. И 45 лет вместе – это как бы то время, которое совсем забылось, что было в детстве. То есть осталась только вот семья, дети. Надо, чтобы были общие интересы. Просто любите, тогда будет прощение, терпение и все остальное. 43 года. 43 года. 43 года 43. И еще я хочу сказать, что мы вместе закончили одну школу. Мы одноклассники. У нас замечательная семья, потому что замечательный муж. Это замечательная, любимая. Два прекрасных сына. Два сына, 5 внуков. Да, внучки, внуки, которыми мы уже гордимся. А накануне в Черногорском парке Абакана на главной сцене бульвара выходного дня чествовали еще 7 городских семей, стаж совместной жизни в которых больше 15 лет. Среди них и те, кто только переступил этот порог, и те, кто в браке уже больше 40 лет. Каждой супружеской паре и их детям Алексей Лемин вручил благодарственные письма.